целях снижения риска возникновения пожаров на территории Самарской области введен особый противопожарный режим. Что это значит? Какие ограничения распространяются на граждан в этот период? Почему на собственном дачном участке нельзя жечь сухую траву и как от нее избавиться? Когда разведение костра может обернуться штрафом в 1 000 000 рублей? Разъясняет Евгений Бадыгов, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Самара МЧС России. Смотрите программу «Город С» 22 апреля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».